Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Фибоначчи, и добро пожаловать на прохождение игры Вендир Plague of Lies. Да-да, это та самая игра, которую мы все долго, целых долгих 2 года ждали, и вот она наконец-то вышла в релиз. Можно было, конечно, поиграть в ZBT еще с декабря 2022 года, но я все же решил дождаться полноценного релиза, и вот он наконец-то вышел. Да, это игра от создателей Vampires Fall Origins. Глянем сначала по поводу... что, простите? Она не на русском. Эй, вы! Погодите. Не может такого быть. Ну как так-то? Блин! Ну, конечно, капец. Русификации придется немножко подождать. Версия 1.1.161. Я понимаю, наверное, будет много всяких разных косяков сейчас в игре первой стадии. Ну, вообще, я ожидал на русском. Сейчас всяк, я на Стиме гляну. Да, все верно, на Стиме она тоже... без русского языка выйдет, еще не вышло. Но я буду все равно играть в английскую версию. Но придется как-то мне пользоваться переводчиком. Ну ладно, я так долго ждал. Не просто так же я так долго ждал. Давайте начнем. Так, окей, соглашаемся. Мужик. Конечно же, мужик. Наш ник. Мужик. Так, фейс. Выбрать фейс. Давайте, фейс. Да, они какие-то одинаковые. Сначала парик. Дреды. Игра сделана в стилистике вампиров. О! Супер. Так, а... цвет? Что это? Можно другой цвет поставить. Ну, вообще черный ништяк, да, но у нас он будет белый. Во. А это что, трусняк? Нет. Это я бороду меняю. А бороду можно сделать другой. Ну ладно. Не будем издеваться над персонажем. Окей. Что-то какой-то урод пока. Так, потому что надо фейс поменять. Шрамами. Глаза. О, господи. Где же они таких глаз-то понабрали? Вот такой будет. Страшный, стрёмный. Нос картохой нет. Да обычный нос оставим. Рот. Вот, весь в шрамах. Так, все, да? Next. И выбрать класс. Бандит. Это вообще кто? Бард. Харизма у него плюс 5. Брут. Сила плюс 5. Академик. Ну, типа... вот, что-то типа волшебника, да? Интеллект плюс 5. И бандит ловкость плюс 5. Харизма, я не знаю, будем бардом. Вообще, предпочитаю магов, да? Ну, попробуем бардом. Так, ну и раз уже у нас такая система, то я буду пользоваться той же системой, что и при прохождении игры «Девятый рассвет». Переводчиком, который будет мне переводить экран, да? В общем, родившись в семье бардов на протяжении столетий, вы унаследовали их уверенность и харизму, но также и отсутствие настоящего таланта. Обладая даром находить выход из неприятностей, вы чувствуете, что плохое сегодня — это просто хорошая история на завтра. Все, скинули нахрен. Создаем барда, давайте попробуем. Потому что тут какую-то команду надо будет создавать. Мне кажется, бард со своей харизмой как раз сможет... более-менее нормальный состав подобрать. Если кто-то не знает про переводчик, я потом отдельное видео могу сделать.
Вот, это мы тоже можем перевести. Воровство есть воровство, и прольется кровь. Король-тиран правит всеми нами. Дальше. Матери сражаются, а отцы храбры. Приносятся в жертву ради спасения. Тем не менее, дети умирают от голода в смертельной агонии. Судьбы разворачиваются, пока тела висят. Что? Ну это Google переводчик, ребят. Это я бы сам перевел. Разве мы монстры? Как низко мы пали. Король-тиран управляет всеми. Так, неужели? Ну-ка. Нахрен, я лучше все переведу. Коснитесь на экране, перетащите, чтобы переместиться в этом... в любом месте, чтобы переместиться в этом направлении. Ясно, все понятно. Вот. Мне сейчас надо будет управление еще немножко настроить. Так. Пока подлагивает, но сейчас должно все перестать. Стилистика. Чисто как вампиров. Есть мини-карта. Я управление немножко настроил. Пока хватит, с остальным немножко разберемся. Так, сундук. Открываем. Меч. Меч надо экипировать. Как это сделать? Покиньте Галдос. Так, тут можно также. Чтобы добраться до своей больной матери, вам придется бежать из города Галдос. Встретитесь с Хикси. Сбежать из Галдоса. Ясненько. Ошиба. Первое задание. Так, а меч я подобрал. Где у нас инвентарь? Вот инвентарь. Так, инвентарь. Тоже надо будет назначить кнопку. Ну ладно, может это позже. У меня при этом есть доспехи. Больше у меня ни хрена нет. Ни еды. Может быть тут какие-то будут элементы выживания. В дом тоже зайти, кстати, нельзя. А вот и Хикси. Возьми это письмо, сейчас. Они преследуют меня. Допустим. Так, теперь что ответить? Укажите, что принятие неутвержденной публикации является незаконным. Паникует, что Хикси преследует. Да мне ни то не нравится. А что, нормального нельзя выбрать? Давайте первое. Дальше-то что? Она болтает. Блин, а я не посмотрел, что она сказала. Так, ну ладно. Все, новый член команды Хикси. Она-то покруче меня. 228 хп. И у меня вообще вон все по это... Я Барт, где моя гитара? Пойдем, Хиксик. Что у нас, кстати, по настройкам графики, вот меня интересует. Музыка все есть, а... А тут ничего не настроишь. Так, пацан, разговаривать. Все, пацан... Неразговорчивый. Вот бесполезных я не буду переводить. Вот, это не бесполезный. Он что-то базарит. Остановись. По приказу короля Элрика ты передашь это письмо. Конечно же нет. Так, когда они прекратят болтать? А то я так задолбаюсь. Ни за что. Это письмо было отправлено известным революционерам. Вы участвуете в содействии терроризму. Вот, теперь выбрать, да? Тут я получу как раз таки гитару. Это путь бандита, это путь... Что бред? Так, требуется, вот, это не путь, это требуется, да, как раз. Либо Барт, либо бандит. Остальные все тут, не знаю, что будет у них. Обманите его, чтобы он... Принял фальшивое письмо.
угрожать его семье бандитам. Мы его обманываем. Улыбайтесь, реально. Слишком много текста, мне проще сразу это сделать. Вы улыбаетесь, правда? Боже мой, мне так жаль. Я бы никогда не принял письмо, если бы знал, что его прислал антимонархист. Ты хватаешься за свое сердце. Да здравствует король Элрик. Ваша рука прокрадывается в задний карман, доставая фиктивную букву, которую, фиктивное письмо, которое вы всегда подкладывали для такой ситуации. Вот так. Извините, что доставили неприятности. Наверное, да? Что-то типа того. Все, поболтали. И она теперь даст мне пройти. А другими пришлось бы искать другие пути. Да, то есть, возможно, вот отсюда. О. Кольцо. На урон. Куда оно делось? Так, вот мое письмо. Загадочное письмо, отправленное влюбленной мамочке Виолетте. Дорогой мой любимый ребенок, время наконец пришло. Мои исследования для поклонников культа Хе привели меня к первой половине древнего пророчества, тот, который предсказывает божественную цель. Для тебя, пожалуйста, встретьтесь... Божественную цель для тебя. Пожалуйста, встретьтесь с моим коллегой Волвином в Буриал Бурод. Все станет понятно. Вот так вот придется мучиться. Так, кольцо. Ну тут что, 2 хп. Написано, дамажит. Нифига оно не дамажит. Тоже мне, блин, дамажит кольцо. Так. Нам не сюда, да? Она меня не пускает. Тупо туда не пускает. Но тут еще... Вот. Вот. Рецепт. Мясо. Рецепт мяса. Его либо прочитать. Это не рецепт мяса. Вот рецепт мяса. Так. Три ингредиента. Грибы. Мясо. Чё еще? Я не знаю, что это. Красное что-то. Изысканное мясо. А что он у меня, блин, внизу все выдает? Долбанный переводчик. Неправильно работает. Red wine какой-то еще нужен. Что такое вайн? Вайн. Не знаю. Пофиг. Все, забираем. А вот и red wine. Понятно, вино. А вот и мясо. А вот и грибы. А готовить где? Там же в инвентаре есть крафт вообще, вот. Вот, мясо, да, можно изготовить. Вино нужно еще для любовного зелья, в смысле любовное зелье. Вот, все сложить. Так, погодите, если просто жрать мясо, надо же все понять. Это что? Это стоимость, это вес. А его просто нельзя жрать. И вино тоже выбухать нельзя сразу. Да, только крафтить. Хорошо. Крафтим. Prepare, craft. Окей. Бамс. Готово. Так, а где достижения и все такое? Вы мне вообще нужны? Ну, что-то они там друг с другом болтают. Не нужны. А как мне понимать, кто нужен, а кто не нужен, да? Тогда давайте переводить всех. Тина, я знаю, что это расстраивает, но правило есть правило. Грег, да-да. Тина, обещаю, король Элрик думает только о нашей безопасности. Это тот, который, типа... Конченый, что ли? Не думает он о вашей безопасности, ребята. Ты кто? Берни. Эй, Берни. Привет, ребята.
Все, Берни бесполезен. Когда больше одного диалога будет... Так, я куда-то попал. Сколько они будут болтать? Вот. Итак. Веймар. О, вы, ребята, как раз вовремя. Кино смотрит на тебя. Ты с этим акриминалом? С кем? Акриминалом? Ты с этим преступником? Обнажает оружие. Так, 60 харизмы. У группы, чтобы было 60 харизмы. У нас 15. И зачаруйте охранников, чтобы они отступили. Убеждение 14. У меня нет. Либо драться. Тут, походу, только драться. Какой выход? Откуда у меня у команды такие эти? А надо было бежать, пока я мог, да? А не лазить тут дальше по городу. Вы достаете свое оружие. Ух, намучаюсь я с этим переводом в этой игре, я так чувствую. Так, вот так выглядят у нас бои. Такие же пошаговые, как и в вампирах. А, он за нас вообще. Так, но могу ли я выбирать, кем я буду бить? Да, я могу выбирать, кем я буду... Ну вот, кто будет бить у нас. 23 урона, тут 18. Ждать 25 маны накопить. У этого вообще там... Он самый сильный среди нас. Вот, дважды по 28. Ну и трать нахрен всю свою энергию. Может, ты вообще с нами не останешься. А тут может 5 раз по 28 дать. Ну-ка давай-ка 5 раз. Удар в спину, да? Из вампиров. Два удара только получилось. А, мне в 7 надо зайти. Тогда изи. А ты у нас умеешь... Таунт. Давай-ка таунт. Он по всем лупит. Нифига ты, черт. Хана тебе, дядь, хана тебе. Давай-ка еще раз, а? Я уверен, у тебя получится лучше. Промах! Как мы его убивать-то собрались? Это что? Что за слово? Иксхауст. Тут и не видно, блин. Ладно, с этим разберемся. Сингл атак. И огребаем. А, теперь по одному. У некоторых есть массовый урон. Надо сделать так, чтобы его убил я. Только не промажь, блин. Красавчик! Королевский стра... Ой. Понятно, в чем прикол. Двойная атака. Этим типа что, уже не может? Может он все. Давай. Да не один удар, а два! Ну, понятно, да. Тот же самый удар в спину. Хоть одного вынести. Ты сможешь ударить посильнее? У нее одна защита. Че это такое? О, это 69 урона. Отлично, увернулась. Все, у него уже нет энергии. А вот вообще. Отравить. Ой. Так, ко всему надо будет к этому привыкнуть, да? А 69 еще раз нельзя. Потому что я всякую хрень использовал. Система боев такая же. Копишь энергию. Долгая загрузка. Так. Хикси, почему за тобой гнались охранники? Я попал на них, потому что они у меня что-то украли. Почему вы, ребята, бежите? Тут разговор будет долгий. Но, что поделать. Что они украли? Охранники тоже преследуют нас. Золото, которое я украл у них. Зачем тебе охрана? Ты о чем?
Виолетта отправила сообщение. Нормальный такой перевод, да? Отвали. Серьезно? Мы знаем, где она. А дальше я не вижу. В письме сказано... Нет, но она сказала нам, куда идти. Тогда нам нужно покинуть город поскорее. За мной. Что-то типа того. Блин, долгие разговоры я там и не буду видеть, да, походу? Хотя, если я сделаю вот так... Как я так сделаю? Никак. Так, прямо сейчас. Учитывая, насколько тяжелым был кризис монстров, давайте схватим Алгара. Нам нужен магический щит. Или нам нужен маг какого-то Алгара схватить. Алгар вообще... Вот он, да? Вот Алгар. Тикси, Веймар. Ну, это не он, во-первых. Так, маг к нам присоединился, хорошо. Жрать. Ну, придется его сожрать. Yes. Восстановили ХП. Так, теперь нас вообще четверо. Есть у нас маг. Но нету барда. А я бард. Дальше. Винни. Полезно? Бесполезно. Так, сундук. Цепь. Зачем нужна цепь? Для какого-то крафта, правильно? Нет, это защита. Ха, это амулет. Какая-то трава. Эй, что надо? Я думаю, нам сюда рановато, говорит. Думаю, нам надо пойти другой дорогой, да? И сюда мне нельзя. Ты меня задолбала, мать. Сюда не иди. Сюда не иди. Вот сюда тоже не ходи, правильно? Сюда не ходи. О, я что-то пропустил зато, смотрите. Вон там что-то сныкано. Вон он, сундук. Забираем. Калибр-русификатор вышел. Вообще, сейчас час ночи. 18 февраля. И мне написано, что игра как раз вышла 18 февраля. То есть она вот-вот как будто появилась, да? С минуты на минуту. Значит, только сюда остается нам бежать. Там битва, походу. Что тебе надо? Майкл. Так. Мишель. Эй, ты ищешь, оглядывается, ты хочешь купить немного пудры для носа, если вы понимаете, что я говорю? Да. Хорошо, подождите меня секунду. Дайте мне секунду. Засовывает руки в карманы. Ты где это? Черт! А, я все снюхал. Козел. Я даже не понял, что это человек. Настолько плохо прорисован он. Так, ну тут... Оу, что здесь? Казнь? Вальдер. И именно поэтому у короля Элдрика не было другого выбора, кроме как объявить об официальном закрытии. Ворота в Галдос запечатаны. Мне очень жаль. Если бы у меня была сила, я бы точно не сделал такого выбора. Мне очень, очень жаль. Но с этого момента никто не может покинуть или войти в город. Окей, допустим. Это полное дерьмо. Это полное дерьмо. Отвечаем. This is bullshit!
Это они, бродяги, о которых я тебе говорил. Те, кто обманул меня. Поддельное письмо. Зря я к ним подошел, я так и знал. Те, кто контактировал с антимонархистами. Бег, чё, очень прошу. Да, конечно. Знания английского мне бы тут, конечно, очень не помешали бы. У вас есть 5 секунд, чтобы уйти с нашей дороги. Или иначе... О! Черт. Вальдер, пожалуйста, не говори со мной так, ладно? Я не король, я просто его диктор. Если ты хочешь извиниться, я могу посмотреть. Куда? Слишком много текста. Так, сейчас я гляну, могу ли я это как-то исправить? Так, жмем дальше. Пенелопа какая-то. Нет. Но я сейчас так или иначе все прочитаю. Вот. Если ты хочешь извиниться, я могу посмотреть, готов ли король позволить тебе уйти. Пенелопа. Нет. Вальдер, извините. Я вас не спрашивал. Пенелопа. Нет. Пенелопа смотрит на свою ученицу. И, похоже, бой. Ну да. Чем имеет маг? Мне прям даже интересно. У него мана неполная. Че? Нажмите. Ладно. Неизвестный. Слаб против... Сильный против неизвестно. Слаб против неизвестно. Не имеет и никаких эффектов. Но нам надо искать это известность. Это что? Охренеть, это, блин, маг крут, он ворует здоровье, прикиньте. И хилит. Регенерация, фаербол стоит 70, я, естественно, не могу им стрелять. У него 456 хп. Ждем. Маг ждет, плюс 25 получил. Ты. Ждешь. Ты. У тебя дабл атаками разве что. Блин, сейчас он как по всем присанет. Пока... Ой, давай трави его нахер. Класс. А ты? На тебе. У тебя выбор небольшой. По ней, да? Ей надо бы усилиться. Чё хочешь? Полоса ограничения лимита. Некоторые действия заполняют полосу ограничения лимита. Если полоса лимита заполнена, группа игроков получит дополнительный ход. И полные полоски. ФП. Полоса ограничения лимита. Вот это, лимит брек. Допустим. 85. Вот, она заполнена, и мы получаем дополнительный ход, правильно? И, а, и всю ману. А как ее заполнять-то? Что надо делать? Фаербол, 125, 122 урона. Получай. Так. Таунт. Броня. Этап. Это эффект яд и сетап и установка. А вот я нашел слабость слэшинг. Нет, это сильный слэшинг, а слабость надо с него как-то выбивать. Яд-то можно посильнее сделать. Давай пока так. Слабость открыли. Пирсинг. Уши ему прокалывать нельзя. Дополнительный ход. Маг ничего не может делать.
Он может регенерацию сделать. А в кого он будет бить, непонятно, да? Пока стреляй. Огонь. Не слабость. Как это выглядит? Пирсинг. Просто пирсинг. А если просто удар? Тут вообще написано, что он делает. Да? То есть ты тыркаем и читаем. Повышает вероятность того, что враги будут атаковать вас в течение 3 раундов. Вот. Это и надо. А магам надо было тогда делать реген. В следующий раз, когда целевой враг получит урон, он получит дополнительные 150% в зависимости от входящего урона. Чё? В следующий раз, когда целевой враг получит урон, он получит дополнительные 150% от входящего. А, это можно усилить. Делаем таунт, чтобы ее атаковали. Она танк у нас. А ты продолжай лупить его. Вот, пирсинг урон, да? Пирсинг урон. А это тоже пирсинг. Ну так. Вот, вот, ништяк. А ты убивай его нахрен. Ну конечно же ты его не убьешь. Жваленок. 49. Ну блин. Потом ее выхилишь, да? Давай, жди, мы его все равно убиваем. Удар. И удар. Изи. Изи! Квонг побежден. Теперь еще трое. Да, да, да. Давай драться уже. Теперь реген. Всем! Нет. Выбрать. Вот. У нее таунт провокации еще работает, да? И, во-первых, хилинг. Да, еще 2 хода. Ой, 10 тысяч здоровья? Что? Это как с чернокнижником, что ли? Чё за тема такая? Ну, эту шмарту мы, наверное, сможем вынести. Так, вообще, давай-ка вот. Сетап, да? Сетап и вот на нее. Во, она получит супер-мега урон. Ты травишь его. Отравлен. Ты бьешь его. Блок. И минус все. Правильно. Чернокнижник. Только я выжил. Убить его. Ага. Назад. Сейчас же. Она мне спасла мою задницу, да? Чё теперь она от меня хочет? Пытаясь отдышаться. Мы их потеряли. Только что. Они догонят. Нам надо продолжать. И в город. Быстрее в город. Нам надо в Red Grave. У меня есть идея. Все, покиньте город, да, и мы с ней вдвоем теперь. Это что, левел повышен, значит? Да, это можно что-то качать, но пока мы, естественно, ни хрена ничего не качаем. И силы все равно. Чего вообще может Барт? Зачем мне эта ссаная харизма нужна? Тут про все, конечно, надо, наверное, читать. Нифига тут ничего не читается. А, как не читается, когда вот тут все читается. Сила. Урон от оружия. И скиллов. Интеллект. От скиллов, зависящих от интеллекта, да? Урон повышает. Ловкость.
Избежать урона от оружия и скиллов. Правильно я перевожу это вообще? Увеличивает урон оружия и навыков. А, нет. Увеличивает. От ловкости. Бард у нас скорее ловкач. Смотри. Харизма, вот. Самое интересное. Ну-ка. Повышает способность влиять на других людей посредством разговора, а также улучшает обмен с торговцами. Текущие 2,5%. Всего 3,8%. Скидка в магазинах. Вот это хрень. Так. Здоровье, да? Да. Увеличивает максимальное здоровье. Максимальный вес экипировки. И удача. Понятно. Блин, ну мне по идее... Ну мне, наверное, ловкость нужна. Что значит плюс 13? Сколько я могу поднять? 3. Пока так, наверное. Скиллы? Вот, есть скиллы. Лечение. Естественно, про все тоже надо читать. Таунт мне точно не нужен. Двойная атака. Вот это, насколько я понял, путь мага, да? Здесь путь разбойника и путь танка, что-то типа того. Вот, двойная атака. Что? Это у нас требуется оружие интеллект, вот. Бард. А здесь я ничего сейчас брать не буду. Я не знаю, гитара это что? Он будет с гитарой бегать или нет? И ей, естественно. Ей, естественно, тоже ничего поднимать не будем. Хотя сейчас могут быть уже бои. А ты вообще кто, блин? Ты вообще, блин, кто? Рыцарь она. С копьем. А копье? Топор есть. От чего зависит урон у тебя? От ловкости. Она тоже на ловкость. А здесь от силы, да? Нет, тоже ловкость. 27-17 дамаг. 61. Мне кажется, она от нас бежит. Так, пока ничего не берем. Пойдем. Прокачайте скилл. Нажмите на скилл, чтобы его изучить. Понятно. Сингл атак есть. Ну чё, только дабл атак. Оу. Poison. И там они все расходятся. Баланс. Ну, бард. Бард, бард, бард. Можно ничего не качать? Можно. Бой опять. Ещё один бой. Да сколько ж можно-то? То, что можно... Все отмечено... Это не бой. Или бой. Все отмечается на миникарте. То, что можно подобрать. То, что можно поговорить. Давно не виделись с Мелией. Как дела? У нас нет времени. Вы все еще отвечаете за смывание трупов с городских стен? Да. Оу. Сразу. Нам нужно, чтобы ты проводил нас. Не выгнал, а проводил. Чтобы ты вывез нас скорее, да? В этих телегах. Его глаза расширяются. Ну нет, если у тебя проблемы, я... Нет, я не буду делать ничего, что опасно для меня. Пауза. Хотя, если ты заплатишь, отдай мне свое лучшее оружие, доспехи и каждый кусок золота, который у тебя есть. Пауза. Хм, я не хочу, чтобы ты была там беззащитна, так что барахло, которое я нашел вокруг, не самое лучшее, но достаточное, чтобы постоять за себя, если вы знаете, что делать. По рукам? Нет.
Пожалуйста, давайте сохраним. Так, отвечаем вот это, отлично. Отлично, тогда мы типа надерем тебе задницу, правильно? Нет. А, так мы ему все отдали в итоге. Черт! Ой! Капец. Все перелистало. Ну, говори. Милли, я должна была повернуться к Пенелопе раньше. Я сдерживала свои удары, не хотела раскрывать свое прикрытие, но я не думала, что Пенелопа будет... Я думала о маме. Думала, что арестуют нас всех. Я... В общем, ты потерялась. Мама наконец-то отправила письмо. Вы достаете его из кармана и читаете Милли вслух. А, это все, что дорогой мой сынок. Дорогой мой ребенок. Нет, вот, можно же. Можно же опустить. Он как-то не срабатывает не всегда. Время наконец пришло. Мои исследования для поклонников культа Хе привели меня к первой половине древнего пророчества. Тот, который предсказывает божественную цель. Для тебя, пожалуйста, встреться с моим коллегой Волвином в Буриал Бэроуд. Все станет ясно. Мать. И знаешь, это не твоя вина, их смерть. В письме этого не сказано, это говорю я. Мама просила тебя спрятаться среди королевской гвардии, если ты действуешь слишком рано. Слишком рано? Допустим, я действую слишком рано, да? Они убили их. Она... Чё? Подождите. Не понимаю, что ты говоришь. Она убила их, да, она убила их. Я могла бы остановить её, я... Нам нужно вернуться туда и... Убить короля. Вот от кого она получает приказы. Пенелопа сделала то, что сделала, потому что король, он... Ты понятия не имеешь, что он замышляет. Я знаю кое-что внутри... Я узнала кое-что внутри. Мы имеем... Господи, да сколько ты еще болтать-то будешь? Так, но суть игры-то надо понять, да? Сейчас опять все не прочитаю. Во, нормально же. Нормально же, можно. Я узнала о чем-то важном. Корона хочет продать кучу дерьма на другой континент. Основные активы. Основные ключи. Это... Это окунет нас в хаос. Что за такой дебильный перевод? Королевство в говне. Будет только... Возьмите золото. Угадай. Он знает, что восстание заваривается так. Сделайте перерыв для него и... Да иди ты нахер! Чё ты за бред несёшь? Я не понимаю, что ты хочешь вообще. Пенелопа умерла, да. Что теперь? Хоть бред несет. Так много других людей будут страдать, умирать. Царь должен умереть. Пенелопа должна умереть. Я не пойму, она то ли хотела Пенелопу защитить, то ли нет. Вежливо сказать ей, вы должны сосредоточиться на инструкциях от вашей матери.
и испугаться и сказать ей, что вы должны сосредоточиться на инструкциях. Давайте вежливо. В общем, либо вежливо, либо либо невежливо. Так, хорошо. Переводим. Я тебя агрю. Я тебя злю. Я тебя понимаю, что ты расстроена. И как и я. Мне не нравится правило короля и его действия. И то, что пытаются сделать преданные культа. Давай не будем спешить с этим. Давай сделаем, как хотела мама изначально. Конечная цель по-прежнему будет месть для нас. Мели. Да-да, она отворачивает письмо от ваших рук. Вы правы. Она осаждает глаза над письмом. Волвин? Это все, что мы должны знать? Давай направимся в город. Все. Квест выполнен. Сбежать. И новый квест. Поговорите с лидером. Так, и тут дохренища чего есть. Собрать. Например, щит. Единственное, конечно, я лоханулся там, да, то, что все этому бичу отдал. Но ничего, он еще за все это дело поплатится. Я почти уверен в этом. Книга. Скрипториум. Так. Не то. Мне нужен инвентарь. Щит, во-первых, ты одеваешь. А, так мы ни хрена ему не отдали. Вот у меня меч. Она все отдала. Твое классное копье. А если бы мы сняли и передали мне? Я, походу, с ней до конца игры буду. Эти книги принадлежат Манасуле. Не Манасуле, а какому-то монастыре. Монастырю. Хроники всех известных Виндири. Для квеста. Понятно. Для какого-то квеста нужна эта хроника. Да, блин, неудобно так. Очень неудобно. И очень долго. Носки какие-то. А болтовни тут будет много. Мы это знаем еще по вампирам. Так. Ну, так или иначе. Я рад, что игра наконец-то вышла в релиз. Поиграем. Да, проблемы, но... Какие проблемы мы не решали. Помучаемся, но поиграем. Будет интересно... Почитать ваши комментарии по поводу игры, особенно тех, кто играл в ZBT, а я знаю, такие есть. Именно хочу услышать положительного что-то об игре. Ну, также и отрицательное тоже пишите. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.